искренне благодарен вам за возможность сегодня с вами пообщаться и наметить дальнейшие планы нашего сотрудничества. Одесское объединение национальностей. Очень интересное название. ООН. Это и по-одесски, и то, что сегодня отображает саму Одессу. Знаете, мы при встречах, при дипломатических встречах всегда говорим и подчеркиваем, что в Одессе проживает более 130 национальностей. И у всех это вызывает удивление. И люди понимают, что это особенный город, который может жить под такой дружной интернациональной семьей. И, безусловно, то, что мы с вами говорим часто, мы говорим на своих совещаниях, заседаниях о том, что Одесса, и по праву, я уверен, что завоевали это звание, что Одесса является интеркультурной столицей Украины. У нас действительно вот этот колорит одесский, он складывается из вот такой большой интернациональной семьи. Мы с вами в течение работы, нашей с вами работы, безусловно, встречались с каждым по отдельности, решали вопросы, те или иные вопросы, возникающие у нас в ходе нашей жизни. Но мне хотелось бы, чтобы мы перешли совершенно к другому формату. К формату системной работы. И работы не только тогда, когда необходимо решать какие-то возникающие вопросы, а работать на упреждение. Чтобы у нас был план работы. Цель нашей сегодняшней встречи – сказать, что мы, как никогда, Одесса объединяется вокруг решения тех вызовов, которые нам сегодня поступают из различных сфер деятельности, в том числе и вызванные пандемией. В том числе и вызванные пандемией. Сегодня все должны понимать, что только вместе мы можем преодолеть любые вызовы. Только вместе мы можем пройти любую турбулентность, которая вызывается различными, как я уже сказал, факторами. Только вместе мы можем сохранить мир и единство в Украине и в Одессе. Мы говорим сегодня об Одессе. Только объединившись в Одессе, мы можем действительно сохранить наш город как город особенный в Украине. Меня, например, это очень волнует, как человека, который рожден в Одессе, живет, воспитывает дочерей и внуков. Чтобы у нас те вопросы, которые есть, они решались всегда мирно. Чтобы те вопросы, которые возникают, они проходили максимально прозрачное обсуждение. Поэтому я жду от вас предложений. Предложений в дальнейшем и о периодичности. Мы подготовили, конечно, свои предложения. И разработали положение о нашем совещательном органе, Одесском объединении национальностей. С какой периодичностью собираться на вот такие встречи, собрания? Какие вопросы вам бы хотелось обсудить? Какие вопросы есть вообще у нас? Наверное, контактируя со своими странами, разговаривая с бизнесменами, которые хотели бы работать в Украине, хотели бы работать в Одессе. Но может быть недостаток информации. Может быть та информация, которая сегодня распространяется посредством интернет-ресурсов, социальных сетей. А вы знаете, что там, к сожалению, хорошего говорят мало. Но нам хотелось бы наладить еще одну линию связи о том, чтобы о нашем городе говорили правду, рассказали, как он прекрасен, этот город. Что в этом городе нужно и можно работать. В этот город можно и нужно вкладывать деньги, инвестировать деньги. И самое главное, что и городская власть, и одесситы всегда открыты в контакте. Еще раз хочу поблагодарить вас за то, что нашли время встретиться, поучаствовать сегодня, зафиксировать наше, я так понимаю, что одобрение и желание сотрудничать и развиваться. Я думаю, что в процессе встречи мы сегодня поговорим и обменяемся мнениями. Спасибо огромное.